23 июля 2024 год. Вот у нас тут работы, молодежь занята. Таскает репей и складывает. А там рубит у нас Игнат Тихонович и Вадим, если я не ошибся. Так, вот даже Евсевич что-то пытается помочь сделать. Ну, пускай хотя бы листья вперед. Чего он? Я только не поднимаю. Мы добываем хлеб в поте лица своего, называется. То есть земной труд на земле. Так, по правилам дорожного движения соблюдайте, чтобы друг друга не врезаться. Вот тут репей вырос у нас, какой гигантский. Сегодня у нас погода хорошая такая. Вчера дождь лил. Вот. А ты не стой. Или таскай тоже. Тебе быстрее так получится. Тебя комары будут съедать. Ты будешь стоять, они, конечно, тебя съедят. Ты работай, работай, и они от тебя отстанут. Не будешь замечать даже. Да что, они на праздных людей накидываются. О, и все вообще внимание обращают. Комары да комары, пускай они. Вот я про что говорю. Стоит. Так, мне надо еще других братьев заснять. Ну ужалил, протерпи дальше, иди, да и все. Что-то. Она пройдет через некоторое время, не переживай. Это вот дерево бетла. Она любит воду, это дерево. Вот такие вот у нее продолговатые листья. Вот, это ива, род ивы. Это вот матушки тут пчелки, но она уже немощная, никак за ними уже следить не может толком. Они, как близко, как дикие уже у нее. Ведут свою жизнь, как вы хотят. Это вот чистотел. Чистое тело. Сейчас посмотрим, чем другим нас заняты тут. Какими трудами. Вот. Да, Георгий тут ремонтирует крылечко. Бог помощь, Николай Георгиевич. Спасибо. Да, сестра, слушаю. Володя, да. Добрый